Всем привет! Недавно у меня появилась такая вот книжечка «Удивительные цветы». Это у нас от издательства АСТ, Москва. Я так понимаю, что составитель этой книги Лиана Мэй. Мне очень нравится серия этих раскрасок такого вот формата. С обратной стороны она выглядит вот так. Если вы хотите прочитать, то можете поставить на паузу и прочитать, что написано. Так, она у нас, наверное... Да, 2020 год, написано 128 страниц, но здесь иллюстрации те, которые нужно раскрасить, 125. Я уже сделала на нее обложку, пронумеровала страницы, потому что мне так удобнее. Обложка здесь тонкий картон. Ну и давайте же полистаем вместе, посмотрим. Хочется иметь обзор на эту раскраску у себя в коллекции видео, потому что раскраска мне понравилась. Я ее всего один раз еще листала, и я поняла, что эта раскраска мне очень нравится. Хоть у меня и очень много иллюстраций, много книг с цветочками, листочками, но эта книга как бы меня не оставила равнодушной, мне она очень понравилась. Разнообразие цветов, даже есть вот девушка. Девушек я раскрашивать люблю, и цветы тоже люблю раскрашивать. Знаете, немного книг, которые практически все иллюстрации, например, мне нравились. В основном это или 50 на 50, или, например, бывают даже единичные какие-то иллюстрации в книгах нравятся. Я вот даже уже сделала закладочку в книге. Но еще планирую вот только в августе в ней обязательно пораскрашивать. А есть иллюстрации более такие, вы знаете... натуралистические такие, натуральные, некоторые, ну, как бы стоковые, но в то же время понравилось. Знаете, даже вот можно вазочку поучиться пораскрашивать стекло. А бумага здесь, как в обычных вот раскрасках такого формата. А понравились мне вот такие вот здесь небольшие. Иллюстрация такая вот в кашпо, в баночках, в разных ведерках. Вот мне не очень понравились вот такие вот очень-очень мелкие, но все равно что-то можно придумать. И вообще, я когда вот рассматриваю эту книгу, я понимаю, что ее мне захочется раскрасить полностью. Может быть, вот такие вот какие-то иллюстрации, они не совсем мне нравятся. Ну, то есть, они меня не отталкивают, но в то же время даже теми же фломастерами можно красиво раскрасить. Мне больше нравятся вот такие вот иллюстрации, более естественные. Вот вроде смотришь, вроде здесь набор цветочков, листочков, а посмотрите, как все хорошо прорисовано, и тени заданы, то есть можно пораскрашивать. Это, конечно, забавно, симпатично так. Вот. Ну, такая вот тоже, как мандала, ну, тоже можно что-то придумать. Есть более крупные иллюстрации. Для любителей цветов раскраска это очень подойдет. Здесь вот даже что-то типа узоров есть. Смотрите, ягодки какие-то. Здесь вот яблочки вместе с цветами. Очень здорово. Вот тоже, смотрите, какие лилии, просто чудесные. Здесь вот у нас уже суккуленты. Тоже здорово. Понравилось то, что очень много цветов именно в каких-то вазах находится. Тоже красивая иллюстрация. Тут и змейки, тут цветы так красиво нарисованы. Посмотрите, какие нарциссы. Просто обалденные. Даже вот такая вот вроде простенькая иллюстрация, а в то же время она очень симпатичная. Здесь вот на две страницы можно было и на одной разместить, а на другой что-то другое. Здесь здорово тоже ирисы. Птички, кто любит раскрашивать, можно и птички, розочки. Конечно, для любителей цветов это просто обалденная книжка. Возможно, не совсем хорошая бумага в этих раскрасках, но я считаю, что за такую сумму, за такую цену, вернее, это, в общем-то, нормальная бумага. Бывает, знаете, даже и дороже раскраски, а бумага так себе. Вот тоже красиво.
набор цветочков, можно тестировать какие-то материалы, сочетание цветов можно потестировать. Вот тоже красиво нарциссы. И маки, и лилии. Всякие вплоть до цветочков, лепесточков, ромашек. На дуванчике даже есть. Полевые цветы разные. В кружке. В бокальчике, в таком цветочке, букетик. Это здорово рассматривать, конечно. Интересно, уже хочется прям начать и что-то раскрасить. Знаете, что-то наподобие ловца снов, да, только вот с цветочком. Тоже симпатично придумано. Здесь есть и гранаты. Конечно, обзоры есть. Есть на ютубе обзоры, но в то же время хочется тоже, чтобы полистать, порассуждать, что нравится, что нет. Да, вот это вот. Я еще когда у Виолетты смотрела обзор на эту раскраску, я еще тоже обратила внимание, что вот видите, одинаковые. Виолетта тоже говорит, вот птичку только заменили с бабочкой. И здесь более как выше цветочек. Вот. Ну а так то же самое. Ну, ничего страшного. Я вроде больше и не видела таких, чтобы вот так повторялись. Как красиво же все-таки. Можно раскрашивать и детской акварелью, если сильно не лить воду. И фломастерами, которые, например, нигде не протекают. И здесь они тоже не протекут, если не будете по несколько слоев накладывать. Вот. Конечно, спиртовые маркеры, они везде протекают, и здесь будут протекать. Но в то же время, как красиво. Очень красиво. Некоторые прям, вот знаете, можно останавливаться и рассматривать. Смотрите, разные какие кактусики. Мелковато, конечно, они. Можно было даже на разворот, просто их разные. Ну, как сказать, половина на этой стороне, половина на этой, но более крупнее. Смотрелось бы более красиво. Смотрите, даже гвоздики есть. Гвоздики, кстати, не так часто попадаются в раскрасках. Роз, конечно, как всегда, больше всего. Так понимаю, пионы. Здесь вот прям изобилие какое-то цветов. Не очень понятно даже, что там. Тоже пионы. Да, как по вот этому цветочку понятно. Бутончику, что это пион. Ну, во всяком случае, в моем саду пионы так растут. Здесь вот скафандр и розочки. Красота, конечно. Так что будем раскрашивать букетик. Тоже симпатичные. Мне обе иллюстрации тоже нравятся. И здесь колибри. Такие вот цветочки в ботинках. Вроде, с одной стороны, простенькая такая раскраска, но иллюстрации очень много симпатичных. Вот тоже гранат на разрезе. И розы прям вообще. Считай, розы и листочки. Можно тоже красиво постараться это раскрасить все. Так что вот такая. А здесь вот похоже на васильки. Или нет. Вот листочки не похожи на васильки. Ну, тоже какой-то другой цветочек. 12+ раскраска. Так что я очень рада, что у меня появилась эта раскраска. Буду с удовольствием в ней раскрашивать. И, конечно же, показывать вам, что у меня получилось. Удивительные цветы. АСТ. И надеюсь, вам понравилась эта раскраска тоже. Пишите в комментариях, вы купили такую раскраску? Или, может быть, вам совсем она не понравилась? Мне тоже будет интересно узнать ваше мнение. Может быть, вы уже ее раскрашиваете? Так что всем спасибо за внимание. Не забывайте писать комментарии. Мне всегда очень интересно
читать ваши комментарии и отвечать на ваши вопросы. Всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч!